Найти свое призвание в жизни. Вот о чем Елизавета Гуле мечтала со школьной скамьи. Уже тогда девушка решила, что хочет не просто поступить в вуз для галочки, а действительно получать удовольствие от учебы. Почетное звание студент Елизавета получила в 2016 году. Тогда она впервые села за парту Саровского медицинского колледжа. Уже на первом курсе она поняла, что студенческая жизнь – это не только лекции, тесты, практические занятия и бесконечная подготовка к сессиям. Есть обратная сторона, которая представлена различными мероприятиями, участием в различных мероприятиях. Также это стремление постоянно совершенствоваться не только в образовательном плане, да, а вот там в коммуникативном плане, социальном плане. В 2018 году Елизавету выбрали председателем студсовета медколледжа. Несмотря на плотное расписание пар, девушке удалось принимать активное участие в различных городских мероприятиях и организовывать собственные. В этом новом году мы участвовали с первокурсниками в постановке детской сказки в педиатрическом отделении клинической больницы. Также мы участвуем ежегодно в спартакиадах, где занимаем первые и вторые места. По мнению Лизы, студенческие годы – это яркий, динамичный период в жизни каждого человека. Время идей, надежд и открытий. Именно в эти годы формируется жизненная позиция, пополняется багаж знаний и закладываются основы будущей карьеры. От лица колледжа я поздравляю всех студентов города Сарова с праздником, с Днем студента. И желаю в первую очередь здоровья, реализации самого себя как личности. 25 января – главный праздник для всех студентов страны. Каждый год в этот день предприниматели и городские учреждения устраивают для них различные акции.